Привет, люди! С вами группа Pearl Harbor. Наша первая песня называется «Игрушки». Сломали лапу, папа ведет с утра. Там открыто прямо с утра. 5:30 утра, пора остановиться. Игрушка тоже нравится, не нравится. Следующая песня называется «Feel Good». Она отличается вообще от того, что вы здесь сегодня слышали. Вот. Но я надеюсь, что кто-то из вас даже будет подтанцовывать, а может быть и подпевать нам. Рюкзак.
Хочу передать респект вот этому вот прекрасному мужчине в костюме, кажется. Привет, мужчина, который танцует тут просто весь концерт, отжигает. Следующая песня. Вообще, честно говоря, мы идем вот по какому-то своему списку из головы, поэтому вот этой штуке вы можете не верить. И можете ставить оценку сразу полностью группе. Ну что, едем? Ну, давайте. Посовещавшись на сцене, мы решили, да? Наши песни, которые еще мало кто слышал, на самом деле. Нет, ну если вы были на концерте в Билингве... Давно. Были, да? Кто был? О, да! Вот вы слышали эту песню. А вот кто не был, тот не слышал. Может быть, сядем и поговорим. Может быть, хватит ломать комедию. Боже, не верится нам двоим. Нервы, нервность, увлеки, истерика. Может быть, сядем и поговорим. Может быть, мы организатору сегодняшнего фестиваля. Она называется «Едем». Она про скорость.
Следующая песня, господи, мы так и не придумали к ней название, я долго думала, кстати, ее нет в вашем таком вот сет-листе или трек-листе, как это называется, она называется «Голова», это рабочее название. На самом деле она гораздо больше имеет смысл, чем может показаться с первого раза. Возьми на память, что тебе еще осталось.
социума. Домой он вернулся, будто нету дома. А дома все вопросы, все ответы, экс-кружки, свои папиросы. Прости, но потом и пусть статистика. Увы, такова тандетва. Сердце всегда одна голова. Ты мои слова возьми на память, что тебе еще оставить спорить. Социума. Домой не вернуться, будто нету дома. А от ума все вопросы, все ответы, экс-промшки, свои папиросы. Прости, но потом пусть статистика. Увы, такова пусть тетва. Сердце всегда одна голова. Ты мои слова возьми на память, что тебе еще раз. Черный слог, не знаю, сколько мне нужна, но мне это не нужно, а меня.
Спасибо. Рабочий колхозница, стоим дальше. Стоим дальше. А, следующая песня повеселее. И называется «Иностранцы». Самой любимой песни. Как она называется? Это вы все знаете. Да, она называется «Открытый рай». Давай, Лёша, давай!
но всегда был кем-то любим, я порешал свой безобразный стаж, касаясь чьих-то нежных губ. Я брал мольберт и возводил мосты, чтобы бежать по ним. И продолжал писать тебе стихи, надеясь, что ты все так же ждешь. Какой дурак я был, какой дурак, зачем бросался вслед за тобой? И ускоряя шаг, да ускоряя шаг, я так мечтал. Она объявит следующую группу Энрайз. Ну, для начала у меня есть пара вопросов в группе Pearl Harbor. Скажите, пожалуйста, у вас есть уже какой-то опыт участия в рок-фестивалях? Да, у нас очень большой опыт участия в рок-фестивалях. А в каких фестивалях принимали участие? Мы принимали участие во всех фестивалях города Москвы. А как подошло ваше знакомство с группой «Картуш»? Группы «Картуш»? А где Андрей Вертузаев? Андрей Вертузаев, а может быть, вы сюда подойдете? Давайте не будем портить сценарий, подходите, пожалуйста, сюда, мы расскажем вместе. По фразе! Андрей, я тоже не готова, что делать? Здесь все экспромтом, вы видели, мы свой трек-лист тоже экспромтом играли. Ну да. Андрей, расскажите, пожалуйста, как мы с вами познакомились? Помните этот момент, как вы меня впервые увидели? Что вы подумали? Только, пожалуйста, ну, как бы здесь есть дети. Здесь есть дети до 18. Пожалуйста, Андрей, без нецензурной лексики. Это было 12 ноября. Ноября это был клуб «Табула раса», я был ужасно злой, потому что проект «Картуш», он только стартовал 12 ноября 2007 года.
тогда вот пришла Лиза и сказала, что именно она будет меня мучить очень долго и упорно. Поэтому я с одной стороны сначала не понял, что произошло, но я понял, что в моей жизни что-то изменится. Это действительно случилось, изменилось, потому что ну, невозможно на Лизу долго очень сердиться. Ее можно любить, хвалить, слушать ее песни. Мне нравится, короче. Ура! Отлично. То есть как мы познакомились? Я мучила Андрея, он понял, что это я, и понял, что сердиться никак, и полюбил. Хорошо, давайте поаплодируем группе Pearl Harbor. И я приглашаю на сцену следующих участников фестиваля. Это группа N-Rise. А вам, друзья, я напоминаю, что в ваших опросных листочках вы можете продолжать голосовать за песни, за участников фестиваля и определять группу победителей фестиваля «Рок-пирог».